забрал на машине, у него тут такая машина крутая. Сейчас едем по мосту. Мариуполь из окна автомобиля. Я как это самое вспоминаю, что 17 лет, и я на этом самом, на практике в команде Рексов на Азовстале. А там половина зэков в бригаде, половина алкашей. И попали мы в бригада, три деда там это самое. Старинная. И разжалованный мастер за всю забудью. И постоянно команда приходит, только зыки, понимаете, до зоны. Их не хватаешь, не бежишь. Все время сцепление звонится тем самым. С газом. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. На это. На лежачем полицейском. Бах, и стал. Говорит, все, трос порвал. Говорит, да не, говорит, на газ педали соскочили. За пушки. Он пока там вымыть пытался. Так что, все, у нас все водители. Да наш как мне все только. Я как подумаю, что зарад садится. Или возьму какой-нибудь доллар. Какая машина красивая. Видеорепортаж чуть-чуть снимаю. Классная. Сержик же. Сержик, да. Да, все делал. Да вообще. И вот, ну, вот эти все штучки всякие красивые. Валерий Анатольевич, тебе тоже такую, это самое, нужно машину покупать. Классная. Кафе «Ют». Мы сегодня здесь с друзьями, с кумовьями отдыхаем. Вот смотрите, наши женщины. Подарок адресован для лучшего в мире коллектива с наилучшими пожеланиями. Море. Такой фонтанчик. Не попало. Нет, оно и не надо. Дело тогда на квартале. Он поезд. Пошел поезд.
посреди мечети, вот так остались строки. Пузо, мне 30. Папа дуру дуру ва.